В Караганде исчезла сыворотка от смертельного заболевания. Супруги Шакуровы попали в больницу с ботулизмом. Однако ни в одном медучреждении города не оказалось лекарства, которое могло бы им помочь. Шамиль Шакуров попал в кому. Его жена обвиняет врачей в халатности. Разместили свои жалобы на сайт министра здравоохранения. И мы будем идти до конца, мы будем подавать прокуратуру. Будет разбирательство по этому делу. Так как так оказалось, что в инфекционной областной больнице, такой крупной, не нашлось жизненно важной противобуталистической сыворотки, которая, отсутствие которой может стоить жизни. Супруги Шакуровы отравились консервированными грибами. Специальная антитоксическая сыворотка была только в детской больнице Жезказгана. Оттуда друзья пострадавших доставили ее самолетом. Женщину удалось спасти, но вот мужчина уже 2 недели в коме. Родные уверены, если бы сыворотку ввели вовремя, этого можно было бы избежать. Карагандинские врачи заявляют, трудности с приобретением препаратов действительно есть, потому что многие производители не зарегистрированы на территории Казахстана. Заболевание ботулизмом в области встречается редко, потому и необходимости держать препарат в каждой больнице нет. Рассудили медики. Количество заявляемой этой сыворотки, она всегда маленькая. То есть, ну, случаев у нас мало, соответственно, мы заявляем мало. А на такое небольшое количество никто делать регистрацию из поставщиков просто не хочет. Они не хотят с этим связываться. По разу в можно, закупить можно. То есть, сыворотка в области была.